Алекс, Монг, классик. Геймс представляет. Итак, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Алексей и канал Алекс Монг, Classic Games. И сейчас я сниму коротенькую распаковку. Вот я получил такую бандерольку. Есть всего один картридж, зато очень важно для меня. О, кстати, привет из 90-х тут еще положили, жвачку Love Is. Я давно их не видел. Ну, также вот такой вот... Такая небольшая карточка. Спасибо за покупку. Буду весьма признателен, если вы не забудете ставить честный отзыв о сделке. Наиболее актуальный список картриджей для Денди на продаже вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com/dendy35. Вот кому интересно. Вот, собственно говоря, и сам картридж. Четырехигровка Super Hick Gold Card. Здесь есть Бэтмен и Флэш. Неофициальный хак игры Monster in My Pocket. И смотрите, на удивление, Contra Spirit 2. Ну, по-моему, это просто Super C. Но не ради них, в принципе, я взял этот картридж. А вот здесь, смотрите, имеется Mortal Kombat 2 и Mortal Kombat 3. От компании Hammer Team. Что характерно, судя по плате, картридж очищенный. То есть... Продавец заботится о своем товаре. Действительно, все целое. Как написано в объявлении, защелки все на месте. Так что, я считаю, к тому продавцу можно обращаться. Даже нужно. Все, кто следит за моим каналом, знают, что я сейчас прохожу Mortal Kombat 3 от Super Game. Ну и также были... Также был неофициальный порт самой первой части МК, которая называлась МК-2 и МК-3. Не путать с другим МК-3. Была еще другая версия третьего Mortal Kombat. Так вот... Насколько я помню, из 90-х Mortal Kombat 2 как бы был первый порт. Первый порт первого МК на Денди. И был несколько расширенный вариант, назывался Mortal Kombat 3, где было побольше повторяющихся бойцов. Ну, список выбора персонажей. То есть экран выбора персонажей был больше, чем в первоначальной версии порта первого МК. Так что не исключено, что когда мы завершим Mortal Kombat 3 Super Game, будем проходить вот эти Mortal Kombat. Так что вот. А еще вот я обратил внимание, смотрите, обычно здесь TV Game картридж писалось, а здесь какие-то иероглифы. В общем, картридж в хорошем состоянии. Я покупкой доволен. Кому интересно, я оставлю ссылку на группу ВКонтакте, где я его заказал. Не то, что кому интересно. Ссылку в любом случае оставлю. Кому интересно, перейдет по ней. Вот. На этом я буду прощаться. Короткую свою распаковку я завершу.
С вами был Алексей и канал Алекс Монка Classic Games. Берегите себя и своих близких. И играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи. Подпишись, если хочешь быть в курсе последних событий, и нажми на колокольчик.